Видном прошло 28-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС. На повестке дня был всего лишь один вопрос. Народным избранникам предстояло выбрать из кандидатов, прошедших конкурсный отбор, главу муниципалитета. Напомним, что 23 марта этого года Совет депутатов утвердил положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа. В этот же день был объявлен конкурс, на который свою кандидатуру с 26 марта по 8 апреля мог предложить любой гражданин. В ходе работы конкурсной комиссии было проведено два заседания. Решением конкурсной комиссии номер 6 от 19.04.2021 года кандидатами, прошедшими конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской области, определены Абаренов Дмитрий Александрович, Анисимов Валерий Георгиевич, Мусинов Сергей Александрович. После обсуждения повестки народным избранникам предстояло проголосовать лишь за одного кандидата из трех. В результате большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа сроком на 5 лет был избран Дмитрий Абаренов. Мы уже за это время, пока я исполнял полномочия, провели достаточно большое количество встреч. Кроме того, по основным проблематикам, это и по социальной инфраструктуре, и по дорогам, мы провели огромное количество встреч за эти 3 недели в правительстве Московской области. Спасибо еще раз за доверие. Я уверен, что не разочарую ни вас, и не в первую очередь всех жителей Ленинского городского округа. Согласно решению Совета депутатов, Дмитрий Абаренов должен приступить к исполнению обязанностей главы муниципалитета не позднее 23 апреля.